О чем тоскуют птицы на прощание, отправляясь в теплые края? О том, что, расправляя крылья, они не могут взять с собой меня. Эти птицы мне рассказали в торопях о том, что в каждом расставании есть надежда, живет мечта о встрече, о изменениях судьбы, и птицы улетают, расправив крылья. Вы помашите им, скажите до весны. Это осень, и холодно с утра, и красотою полнится душа. Ну, уж слетайте. Время. Время, вам пора. Холодный ветер уж не шутит, срывая с дерева листву. Вы хотите, чтобы я сказала на прощание? И я скажу: птички, а я вас люблю. Ну, улетайте. Холодно. Пора домой.